Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 854. Имеется ткань двух цветов – голубая и зеленая. И требуется обить диван, кресло и стол. Сколько существует разных вариантов обивки этой мебели? Рассмотрим варианты обивки мебели одной из тканей, например, голубой. И обозначим через D – диван, через K – кресло, S – стол. Тогда нет голубой мебели, то есть голубой тканью мебель не обивали. Это всего один вариант. Всего один предмет мебели голубой – либо диван, либо кресло, либо стол. Три варианта. Два предмета мебели голубых – либо диван и кресло, либо диван и стол, либо стул и кресло. Мы перебрали все варианты. Это три варианта. И вся мебель голубая – диван, кресло и стол – все три предмета мебели голубых – это один вариант. То есть всего 8 вариантов. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.